Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. Сегодня вашему вниманию будет представлен мастер-класс по изготовлению мыла в форме оливки. Для этого нам понадобится форма 3D оливки. Выглядит она вот так вот. Также нам необходима будет основа. Я буду использовать белую основу и прозрачную основу. Также нам необходимо будет оливковое масло, краситель ультражидкий зеленое яблоко, сухой перламутр зеленый, гелевый краситель Sia Wave, краситель пищевой оливковый и эфирное масло бергамота желтого. Из инвентаря нам понадобится несколько термостойких стаканов, несколько пластиковых пипеток и стеклянная палочка для перемешивания. Для начала растопим белую основу. После того, как белая основа растоплена, мы добавляем туда краситель зеленое яблоко. Перемешиваем. И добавляем несколько капель эфирного масла. Еще раз все тщательно смешиваем. После того, как мелкие элементы мыла застыли, мы растопили прозрачную основу и теперь добавляем туда краситель пищевой оливковый. Перемешиваем. Добавляем туда немного оливкового масла. Эфирного масла. И добавляем перламутр сухой зеленый. Теперь заливаем основу в формочку. Сверху сбрызгиваем спиртолом. И оставляем до полного застывания.
Как только основа затвердеет, достаем мыло с формочки. Спасибо, что посетили наш канал. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. До скорых встреч!